дик. Нам пришлось вернуться маленько назад. Потому что здесь просто так пройти пешком не очень. То есть заточено на то, что либо на метро, либо на машине. А пешком, короче, таких, наверное, немного, которые пешком. Хотя, если идти по карте, то, в принципе, нормально. Да. Если идти по карте... Ух ты! Вдоль... Короче, какая-то машина. Вот. Дифтс. Налево. Вот мы ходим на траву. Тропические. И ко всем ним трубки подведены. То есть без воды, без трубок. Здесь реально делать нечего. То есть, ну, пустыня и пустыня, короче. Все высыхает напрочь сразу. Фу. Небоскребы, небоскребы. Давай, а где? На одной лавочке. Ну, идем. Откуда-нибудь. Тут сейчас направо. Ну, там я видел, на детской площадке сидели, отдыхали. Ну, короче, а внутри они отдыхают, сидят. Снаружи никто не сидит. Потому что жарко. Да, только ночью. Мы видели ночью, когда гуляли там. Птицы поют. Столько птиц. Мертвая. Это какая-то лягуха упала. Ты видел, это животное разобранное? Может, притащили птицы. Чуть-чуть потерялся как-то. Прямо за перекрёсткой.